Спортсмен-вандал завелся в московском районе. В одном из многоквартирных домов молодой, судя по хорошо поставленным ударам, боксер или боец ММА, начал бой с почтовыми ящиками. Ящики ответить не могли и просто ломались. Молодой человек наносит удар кулаком, причем делает это, ну, на мой взгляд, очень технично. Удар достаточно сильный, достаточно четкий и поставленный. Такие движения делает, то есть он такое впечатление, что тренируется перед боем, перед каким-то сражением. Ну, в семье не без урода, говорится, да? Это поэтому, что сподвигло его на это знает только он. Бить надо не по ящикам, не ломать общедомовое имущество, а заниматься тренировочных залах. Узнали, где этот молодой человек проживает. И в ходе беседы выяснилось, что мальчик готовился к соревнованиям. Ну и что-то у него там, я не знаю, не срослось, не получилось, возможно. И у него было такое вот, ну, грустное состояние. Он решил таким образом это выместить, ударить почтовым ящиком. Меня не взяли, короче, на соревнования. Я тут чуть скорячился, был злой. Мне было обидно, что меня не взяли из-за этого. Я считаю, что здесь ответственность несут родители. То, что воспитание отсутствует напрочь. Как бы поговорили с ним, объяснили, да, больше не повторится. Я займусь им, как бы лично, я как бы и сам тренер. И мы сейчас чуть, надо бы на тренировку чуть больше нагрузки дать ему, чтобы эмоций больше не осталось у него.